Тут слишком темно. Согласна? Приветствую вас, я Диана, проводница в ад. В ад? Извините, но я стремилась чуточку выше. Как скажете. Приветствую вас, я Диана, проводница в ад, которая чуточку выше. Железная логика. Кажется, я поняла, где они. Ты уверена? Так, что вы здесь забыли? Найт? Найт Стар, хранительница звезд собственной персоной. Так, ладно, поприветствуйтесь и хватит. Что вы забыли в этом мире? Вам тут не место. Ошибаешься, это мой мир, и я найду хранительниц. Извини, но нет, вы не властны над их судьбой. Так скажи мне, что это за судьба? Это единственное, что я хочу знать. Прости, Аята, ты знаешь... что ждет ее, и ты не сможешь помешать. Мне жаль. Нет! Нет, я сказал. Послушай меня сейчас внимательно. Я иду за хранительницами. Если ты попробуешь помешать мне, то пеняй на себя. Виола, давай быстрее. Да, я уже почти закончила. Прости, а я-то... Куда ты нас перенесла? Я же предупреждал тебя! Это одна из самых главных частей ада, комната сына дьявола Тайлера. Сына дьявола? Да, разрешите откланяться, здесь вы найдете своих друзей. Стоп, друзей? Где они? Мы здесь. Вы даже не представляете, какая скука смертная в этом аду. Девочки! Не так быстро. Благодарствую. Они теперь больше не нужны. Ох, вы даже не представляете, как долго я ждал этого момента. Все, меня это достало. Одни себе из воздуха крылья делают, другие рок. Да вы читеры! Ты все сделала? Да. Но кто бы мог подумать, что этот момент настанет так скоро. Да. Это должно случиться с минуты на минуту. Как же мы допустили с тобой это? У нас не было выбора. Воспоминания из прошлого. Огонь испепелится, оставив только пыль. Но свет зайдет и озарит троих спасенных им. Что это значит? Может быть, пророчество говорится о Аята? Он все-таки принц ада? Нет, у Аята другая судьба, но это пророчество сулит смерть. Нет, подожди, не только смерть. Троих спасенных им. Это получается, что огонь испепелится спасает троих? Ну почему? Почему именно мы разгадываем эти дурацкие пророчества? Нет, но все-таки ты классно с этим придумала. Стащить ключи от темницы было проще простого. В этой бездне ничего не видно. Мы сыграли на ее же ловушке. Приветствую вас, я... Мне не нужен проводник в аду. Ух ты, засранец, я тут стоюсь, распинаюсь перед ними. А... Наконец-то хранительницы перестанут существовать. Че ты сказаль? Что, непонятно что ли, он нас убить хочет. А вы знаете, что случается с хранительницами после смерти? Они растворяются. Так, как будто бы их вообще не существовало. Ах, Тайлер, ты не учел только одного. Мы хранительницы, и от нас будет не так-то просто избавиться. Тайлер, откажись от этого. Перестань мстить всем подряд. Вы что, серьезно думаете, что это вам поможет? Я разрабатывал это заклинание очень долгое время. Но где-то же здесь должен быть выход.
Это заклинание поразит любую хранительницу, вне зависимости от ее статуса и могущества. Я вижу их там! С кого бы мне начать? Давайте с водички, она меня больше всех раздражала. Ой, девочки, дело плохо. Простите меня. Умри! Нет! Come to me in the night hours, I will wait for you. I can sleep in thoughts devour, thoughts of you consume. Привет, с вами мы, Замечан, и я понимаю, что вы еще под впечатлением от этой серии, но хочу вас кое о чем попросить. В принципе, я редко о чем-то прошу, и думаю, что эту просьбу никто агрессивно не воспримет. Дело в том, что у меня есть мечта. Она была моей мечтой еще в самом начале создания этого канала. Я мечтала набрать 3000 подписчиков к Новому году. Я не знаю, почему именно 3000 и почему именно к Новому году, но мечта есть мечта. Нет, вы не подумайте, вы набрали уже 1500 подписчиков, и я вам бесконечно благодарна. Но я надеюсь, что вы поможете исполнить и эту мою мечту. Я хочу заказать рекламу у довольно популярного, почти что пони-блогера, которого многие знают. Я пока не скажу, кто это, пишите свои догадки в комментариях. И, в принципе, реклама стоит 300-400 рублей. И купить такую рекламу мне по силам. Но я надеюсь, что вы мне поможете. В описании под этим роликом есть ссылка на донат. И если каждый из вас задонатит хотя бы по 1 рублю, вы понимаете, что 1 рубль, это всего лишь монета. Нас уже 1500. И если хотя бы 300-400 человек задонатит по 1 рублю, мы уже наберем нужную сумму. Спасибо, что выслушали меня. С вами была Мэзумичан. Всем лапуськам, пока!